Кто смотрел Reels, видел мою тирамису, тут бокал больше меня. Настало время пробовать. Я прям себе сделала, я знала, что будет суббота. Еще с утра немножечко повздорили с сыном. Считайте, что это небольшим таким моим утешением. Можете мне завидовать, сейчас я вам покажу. Блин, а как я вам покажу? Вот тут с печенькой, тут такого разреза-то не получается. Придется вам мне на слово поверить. Боже мой. Если вдруг вы не любите тирамису, и вы его сами не готовили, а сравниваете с тем, что вам могут предложить во многих кафе, то не думайте, что вы не любите тирамису, потому что, возможно, вы не то пробовали. В чем проблема? Тирамису в кафе, оно пустое. То есть вот этот крем, он пустой. Да, вроде бы белый крем, но пустой. Достигается это за счет того, что использованы не те ингредиенты. Меньше жирности. Да, может, где-то желатин добавили, да? Тут никакого, ничего желатина нет. Тут натуральные ингредиенты. Плюс савоярди я пекла тоже сама. Ну, в Италии такого вкуса. Ну, хотите верьте, хотите нет. В Италии такого вкуса. Кто ждет рецепт?